Большой привет всем искателям хороших ICO. Сегодня я расскажу о ICO CoTrader. CoTrader в данный момент находится в самом начале своего пути, на этапе сбора средств. И, как вы понимаете, сейчас самое время задуматься о инвестировании в этот замечательный проект. Предлагаю начать наше исследование CoTrader с сайта компании. Сразу мы видим главную страницу сайта, на которой для нас предоставлена вся ключевая информация, для того, чтобы мы начали ознакомление с проектом. Забегая наперед, хочется отметить, что, изучив всю информацию на сайте и white paper, понимаем, что история проекта началась недавно, однако его разработчики стараются сделать его конкурентоспособным и привлекательным для потенциальных клиентов. Сайт нам предоставляет промо-ролик для ознакомления с проектом. CoTrader создает первую в мире по-настоящему децентрализованную платформу, которая позволяет пользователям инвестировать и управлять фондами on-chain. Покупка криптовалюты на сегодняшний день – это лучшая инвестиция, однако большинство людей сталкивается со следующими трудностями. Непонимание того, в какую криптовалюту инвестировать свои деньги, отсутствие базовых знаний о хранении криптовалюты, недостоверная информация. Ну вот платформа CoTrader способна решить все эти проблемы, ведь ее деятельность является открытой, а работа построена на технологии блокчейн, исключающая возможность обмана пользователя. Здесь мы можем ознакомиться с токеном данного проекта. Мы можем увидеть общее количество 10 миллионов, стоимость относительно одного эфира. Также мы можем посмотреть распределение доходов в процентном соотношении. Следующий раздел идет «Дорожная карта». Ну, здесь можно отметить четко распланированный график, так называемый roadmap. Мы видим, что развитие проекта идет за планом. Команда каждую ступень проекта отрабатывает четко в срок. Миссия данного ICO проекта – это помочь людям осознать большую финансовую свободу, максимизируя доходность инвестиций за минимальное время. Относительно команды. Здесь все хорошо, внушает спокойствие, доверие, ведь на данном ICO работает очень слаженная команда специалистов, которым к тому же помогают известные специалисты в области криптовалют и маркетинга. Если просмотреть чуть ниже, мы увидим часто задаваемые вопросы. Кликнув по ним, можно увидеть ответ, тем самым больше узнать о проекте. Если, изучив все факты, информацию, мы можем сказать, что у проекта уже имеются достаточно хорошие показатели работы, которые привлекают к нему все большее число участников. Его активные темпы роста обусловлены многочисленными достоинствами, которые ему присущи даже уже на самых ранних стадиях развития. На этом обзор нового ICO проекта CoTrader закончен. Держите руку на пульсе в сфере ICO, и пусть ваши решения всегда будут взвешенными и обдуманными. Всем пока!